Многие цветоводы выбирают для своих растений подкормки из натуральных ингредиентов, но необходимо помнить, что это сильно действующие средства, и к их использованию нужно подходить с умом и умеренностью. Сегодня мы будем использовать подкормку из банановой кожуры. В бананах, как и в картофеле, большая часть витаминов и минералов находится как раз в кожуре. В качестве природного удобрения она помогает не только улучшить внешний вид растения, но и повысить его устойчивость к стрессам и возбудителям заболеваний. В банановых шкурках в большом количестве содержится калий и фосфор. Именно эти элементы содержатся почти во всех промышленных удобрениях, предлагаемых нам для долговременного цветения и усиления яркости лепестков. Магний, которым также богаты бананы, необходим для активного фотосинтеза. Калий в их составе улучшает процессы усвоения питательных веществ. Азот будет важным для увеличения зеленой массы, присутствует в небольшом количестве, но его вполне достаточно для домашних растений. Для приготовления подкормки из банановой кожуры нужно подготовить сами шкурки, тщательно их вымойте, а еще лучше выдержите минут 15-20 в содовом растворе. Это поможет удалить с поверхности все вещества, которые наносят на бананы для их транспортировки. Теперь их необходимо измельчить любым удобным способом, залить 2 литрами кипятка и настаивать сутки. Готовый настой процеживают и поливают растения под корень из расчета 3-4 столовые ложки на один цветочный горшок небольшого размера. Удобрение вносим в предварительно увлажненный грунт.